Сосудистые системы. Вспомните, какие системы организма являются транспортными? Почему в процессе эволюции у позвоночных животных появился второй круг кровообращения? Как вы думаете, чем артериальная кровь отличается от венозной? В чем отличие вен и артерий? Кровеносная и лимфатические системы являются транспортными системами организма. Они взаимосвязаны и дополняют друг друга. Кровеносные сосуды различают три основных вида сосудов – артерии, капилляры и вены. Артерии – это сосуды, по которым кровь течет от сердца к органам и тканям. Сердце сокращается и силой выталкивает кровь. Артериям приходится выдерживать большое давление крови, поэтому их трехслойные стенки упругие и относительно толстые. Их наружный слой образован соединительной тканью. Средний состоит из эластических волокон и гладкой мышечной ткани, а внутренний представлен одним слоем эпителиальных клеток. Благодаря хорошо развитому среднему слою стенки артерий прочные и эластичные. Самую крупную артерию, которая отходит от сердца, называют аортой. Ее диаметр около 1 см, а длина 4-6 см. По мере удаления от сердца артерии разветвляются. Их стенки становятся тоньше, а диаметр меньше. Самые тонкие артерии, артериолы, ветвятся, переходят в капилляры. Капилляры – это мельчайшие кровеносные сосуды. Эти маленькие сосуды в 50 раз тоньше человеческого волоса. Они густо пронизывают все органы и ткани тела. У одного человека общая длина всех капилляров составляет около 100 тысяч километров. Стенки капилляров состоят всего из одного слоя плоских эпителиальных клеток. Между этими клетками есть микроскопические щели, а в мембране клеток мельчайшие отверстия. Поэтому одни вещества из крови легко проникают в ткани и органы, а другие возвращаются обратно в кровь. Суммарная площадь сечения всех капилляров организма примерно в 1000 раз больше, чем сечение аорты. Поэтому в капиллярах кровь течет примерно в 1000 раз медленнее, чем в аорте. Такой медленный кровоток способствует успешному обмену веществами между кровью и тканями. Кровь из капилляров собирается в венулы, а из них в более крупные сосуды – вены. Вены – это сосуды, по которым кровь течет к сердцу от тканей органов. Стенки вен менее упругие, чем стенки артерий. Они более тонкие и легко растягиваются, потому что средний слой их стенок развит слабо. Давление крови в венах низкое, и кровь течет в них медленнее, чем в артериях. Основная масса крови перемещается по венам против действия сил гравитации снизу вверх. Поэтому в крупных венах имеются клапаны, пропускающие кровь только в одном направлении. Движению крови помогают скелетные мышцы. Сокращаясь, они сжимают стенки вен и проталкивают кровь по направлению к сердцу. Посмотрите на свои руки. Вы увидите тонкие, переплетающиеся синие жилки. Это вены, которые располагаются неглубоко под кожей. Круги кровообращения. Кровеносные сосуды объединяются в два круга кровообращения – большой и малый. По большому кругу кровь течет от левого желудочка ко всем органам тела, а затем возвращается в правое предсердие. По малому кругу кровь течет от правого желудочка к легким, а потом поступает в левое предсердие. – Оба круга кровообращения начинаются и заканчиваются в сердце. Большой круг кровообращения начинается от левого желудочка. Стенки желудочка сокращаются, и кровь, насыщенная кислородом, артериальная, выбрасывается в аорту. От дуги аорты отходят сосуды, снабжающие кровью головной мозг, руки, туловище и саму сердечную мышцу. В грудной полости от нисходящей части аорты отходят сосуды к органам грудной клетки, а в брюшной – к органам брюшной полости, таза и нижним конечностям. По системе ветвящихся артерий артериальная кровь достигает всех органов и тканей. Через стенки капилляров питательные
вещества и кислород переходят из крови в тканевую жидкость, а продукты метаболизма, в том числе и СО2, обратно в кровь. В капиллярах большого круга кровообращения кровь из артериальной превращается в венозную, насыщенную углекислым газом. От верхней части тела венозная кровь собирается в верхнюю полую вену, а от нижней части тела в нижнюю полую вену. Полые вены впадают в правое предсердие, где и заканчивается большой круг кровообращения. Малый круг кровообращения начинается от правого желудочка. В него поступает венозная кровь из правого предсердия. Стенки желудочка сокращаются, и кровь выталкивается в легочный ствол, который разделяется на правую и левую легочные артерии. Кровь по легочным артериям течет к легким. В легких артерии ветвятся, образуют густую сеть капилляров. В этих капиллярах происходит газообмен. Кровь насыщается кислородом и освобождается от углекислого газа. Из венозной кровь превращается в артериальную, насыщенную кислородом. По четырем легочным венам артериальная кровь возвращается в сердце и поступает в левое предсердие. Здесь заканчивается малый круг кровообращения. Из левого предсердия кровь попадает в левый желудочек, откуда вновь направляется в большой круг кровообращения. Давление крови на стенки сосудов. Давление крови на стенки сосудов называют кровяным давлением. Оно определяется работой сердца. Самое высокое давление в аорте и легочных артериях. По мере движения крови по сосудам ее давление постепенно уменьшается. В венах, которые впадают в сердце, давление низкое. Кровь, как и всякая жидкость, течет из области высокого давления к области низкого. По кровяному давлению можно судить о состоянии здоровья человека. Для того, чтобы получать сопоставимые результаты, было решено измерять давление в плечевой артерии, выражать его в миллиметрах ртутного столба. Для измерения давления используют специальный прибор – тонометр. В норме при сокращении сердца давление в плечевой артерии достигает 120-140 мм ртутного столба, верхнее давление, а при расслаблении становится равным 65-80 мм ртутного столба, нижнее давление. Записывают артериальное давление в виде дроби. В числители ставят верхнее давление, в знаменатели нижнее. Повышение или понижение кровяного давления свидетельствует о нарушениях в работе организма. Пульс. В момент сокращения левого желудочка очередная порция крови толчком поступает в аорту. Стенки сосуда растягиваются, возникает колебание, которое в виде волны быстро распространяется по стенкам артерий. Пульс – это ритмичные колебания стенок артерий, которые полностью затухают в капиллярах. Частота пульса соответствует частоте сердечных сокращений. Пульс можно прощупать в тех местах, где артерии близко подходят к поверхности тела. На висках, по бокам шеи, у основания большого пальца. Рисунок 104. У взрослого человека в спокойном состоянии пульс обычно варьирует от 60 до 80 ударов в минуту. По его частоте судят о здоровье человека и работе его сердца. У здорового человека пульс ритмичный, промежутки между отдельными ударами одинаковые. Пульс резко учащается при физической нагрузке и волнении. Беспорядочный и сбивчивый пульс свидетельствует о нарушении работы сердца. Регуляция кровотока. При изменении просвета сосудов изменяется объем кровотока и давление крови. Нервная регуляция осуществляется рефлекторно вегетативной нервной системой. Симпатическое влияние сужает периферические кровеносные сосуды, но при этом расширяет сосуды мозга, сердца, легких и мышц. Парасимпатические воздействия приводят к противоположным эффектам. Гуморальная регуляция осуществляется разнообразными химическими веществами, переносимыми кровью. Адреналин оказывает влияние, аналогичное симпатическому воздействию. Снижение содержания кислорода или повышение содержания углекислого газа вызывает расширение кровеносных сосудов. Лимфообращение. Наряду с кровеносной системой в организме человека существует еще одна сосудистая транспортная система – лимфатическая.
Избыток тканевой жидкости поступает в слепо замкнутые лимфатические капилляры и превращается в лимфу. Стенки лимфатических капилляров, как и кровеносных, состоят из одного слоя плоских эпителиальных клеток. Лимфатические капилляры собираются в лимфатические сосуды, строение стенок которых сходно со строением стенок вен. Стенки крупных лимфатических сосудов сокращаются, обеспечивая ток лимфы, а наличие клапанов позволяет течь лимфе только в одном направлении. Большая часть лимфы вливается в крупный грудной лимфатический проток, находящийся в грудной полости и впадающий в верхнюю полувену. Таким образом, лимфа, возвращаясь в кровяное русло, становится плазмой крови. По ходу лимфатических сосудов расположены лимфатические узлы, самые крупные из которых находятся на шее, в паху, в подмышечных областях. В них размножаются лимфоциты, образуются антитела, обезвреживаются болезнетворные микроорганизмы и чужеродные тела. В организме человека существуют две транспортные системы – кровеносная и лимфатическая. Различают три основных вида кровеносных сосудов – артерии, капилляры, вены. Кровь движется по двум кругам кровообращения – большому и малому. Артериальная кровь насыщена кислородом, а венозная – углекислым газом. Кровь в сосудах находится под давлением, которое определяется работой сердца. Наиболее высокое давление в артериях. Ритмичные колебания стенок артерий называют пульсом. Изменение объема кровотока и давления крови находится под контролем нервной и гуморальной регуляции. Это интересно. В организме человека постоянно происходит перераспределение крови. К одним органам поступает больше крови, к другим меньше. Если орган активно работает, ему нужно больше кислорода, питательных веществ. К неработающим органам приток крови уменьшается.